Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Покажу вам закупку продуктов из магазина «Лента». Я туда ездила, потому что у меня у старшего сына исполняется ему 11 лет, будет день рождения, соответственно, будут гости. И кое-что из того, что у меня нет в холодильнике, вообще в запасах моих, я кое-что докупила. В основном тут, конечно, соки, ну и всякие угощения. Давайте я вам покажу чек, как всегда, в конце видео. Так, Боночка говорит вам всем привет, да? Всем привет, я все проверила, мама все купила. Давайте начнем отсюда. Здесь я, ну, раз уж я была в ленте, то, конечно же, я вот купила, были на акции вот эти вот, и вот эти вот баночки тоже, я их много раз показывала. Девчонкам моим очень нравится. Немножко банок докупила, хотя у меня и есть, и вот это, ну, это всегда нужно. Также купила таблетки для посудомойки, вот эти лентовские, мне очень нравятся, купила 30 штук. Вообще бывает большая упаковка, там 60, по-моему, штук, но вот была в этот раз только маленькая. Туалетная бумага, я ее всегда покупаю. Вот, и вот такая вот у меня получается сама закупка. Еще купила две вот такие тарелочки, их было всего лишь только две, но, в принципе, я это для сервировки стола не только на праздник, смотрите, какая она прикольная, но и на повседневную жизнь, скажем так. Стоила она 89 рублей, если я не ошибаюсь, если я правильно посмотрела цену, 89 рублей. У меня от этой марки есть тарелочки и вот, в общем, дополнения вот такие вот. Например, там порезал там помидорчики, огурчики и положил на стол, да, красота. В общем, всего было две, я там перерыла весь стеллаж. Ну, были только две такие тарелки, поэтому я их думаю, ну, я возьму. Вот сам Бог велел. Вот. Так, давайте. Яйца отборные, конечно же. Это куриную грудку. Ну, не знаю, буду я что-то вот такое мясное делать на стол. Скорее всего, да. Скорее всего, грудка, это не куриная, это грудка индейки. Она была со скидкой. В чеке будет видно. И фарш домашний. Ну, это я просто уж, раз уж в мясном магазине что-то брала, значит, думаю, надо и фарш взять домой. Так, сосиски. Будем жарить их на костре. Ну, то есть, взрослым мясо. А, ну, и у меня и взрослые едят вот сосисочки. Поэтому купила упаковку. Думаю, не буду доставать свои заначки из морозилки. Будет просто сосиски. Тесто. Слоеная, вот эта морозка, на него была акция. Морозка тоже хорошее тесто, мне, по крайней мере, нравится. Купила три упаковки, буду делать Наполеон. Ленивый Наполеон, но это любимый торт моего старшего племянника. Он все время приезжает такой, а где торт? Поэтому для него специально буду делать. Ну и старший мой сын тоже не против, ему тоже очень нравится. Вообще всем моим мужчинам нравится Наполеон. Так что, конечно же, я буду его готовить. Колбаса на салат оливье. Дальше кусочек сыра взяла. У меня сыр тоже дома есть, но думаю, мало ли, что-то у меня вот захочется ничем запечь им, так будет у меня хотя бы сырок. Дальше соевый соус взяла. Я соевым соусом вот этот покупаю, в основном мариную там мясо или курочку, что-то такое. Вот взяла, так как вот грудку индейки, думаю, надо и взять, у меня дома закончился. Это на крем для Наполеона, я делаю со сливками. У меня большая часть сливок, то есть получается такой не сильно сладкий. Масло тоже на Наполеон. Вот это хорошее масло, кстати. Мне очень нравится. Так, купила, конечно же. Мне одна моя зрительница написала, что вот такая икра имитированная, вот она мне очень нравится, я обалдею с нее. Но это не то же самое, что обычная красная икра, да, это немножко другой вкус. Вот мне нравится марки «Балтийский берег», я взяла вот такую лососевую имитированную. И еще вот такую форели. Форели, она как бы помельче, лососевая, она, по-моему, покрупнее, да. Вот, мне одна моя зрительница писала, что в такой пузатой банке, забыла название, я даже посмотрела в магазине, в пузатой баночке еще очень вкусная. Но я не нашла в ленте такую. Но я обязательно тоже найду, потому что я фанат вот этой вот имитированной икры. Мне она очень нравится. В других магазинах просто посмотрю обязательно. Если увижу, куплю. Творожный сыр. Я, кстати, очень люблю бутерброд. Вот так булочка, творожный сыр и вот эта икра. Это вообще огонь просто. Купила еще селедочки. Не знаю, думаю, может быть, либо я как-то что-то, какую-то рыбную тарелочку сделаю с селедочкой. Либо просто мы съедим, либо, может быть, селедку под шубой. Но я купила вот такую нарезанную уже. Хотела целую. Но целая она какая-то была совсем страшненькая. Так, сгущенка. Это тоже у меня на
крем. Купила вот такой лимонад. Слушайте, написано на нем, что в составе минеральная вода. Я думала, что будет какая-то супер вкусная штука. На самом деле обычная, как обычная миринда. Я вот в машине немножко отпила. В общем, меня обманули. Я думала, будет, знаете, во-первых, я думала, что не сильно газированная будет, и что-нибудь, знаете, там, ну, такое вкусненькое прямо будет. Нет, обычная миринда. Соки на стол, естественно, взяла. Вот такие какие-то новенькие. Мультифрукты, вишня. Вот такое еще манго, гуава, лайм, личи. Будет вкусно. Ну, конечно, лимонады, куда без них. Также взяла масло. Вот это слобода. Мне нравится, оно было на акции. Горошек. Это на салат оливье, естественно, уже будет. У меня по-другому не может быть. Вот этот хлеб очень вкусный. Если увидите, обязательно попробуйте. Вот нам всей семье он очень нравится. У меня и на завтрак едят, то есть вместо батона. И так к обеду тоже вкусно. Еще тостовый взяла. Думаю, может быть, что-нибудь тоже сделаю. Начос. Это я тоже, ну, как-нибудь, может, салатик там какой украшу, не знаю. В общем, взяла две упаковки. Так, тарелки я уже показала. Естественно, взяла майонез. Я взяла вот такой сметанный и еще просто оливковый. Вот кетчуп. Ну, к шашлычку, к сосисочкам. Так, дальше взяла в школу на перекус вот такой, такие сырные, очень понравились моим мальчишкам, такие хрустящие, в общем, штучки вот эти вот им взяла. И взяла еще вот такие палочки с сыром. Я им собираю разные коробочки и с фруктами, и то, и, в общем, с печеньем и такое. Меня просто сладкое не особо любят. Взяла вот такие вот маршмеллоу. Не знаю, думала, может, свой Наполеон ими украсить. Ну, как-то они по-девчачьи выглядят, не знаю. В общем, я подумаю. Ну, взяла. Еще взяла дрожжи. Это я себе домой. Мне очень нравятся вот эти саф-момент. Дрожжи очень классные. На салатик тоже лук красный. Помидорчиков немножко еще добрала. И лук. Ой, лук, господи, огурцы. Так, еще это угощение. Смотрите, какие шоколадки прикольные. Ротфронт. Это моя любимая марка конфет. Девочки, я думаю, что они супер вкусные. Вот, если вдруг останется, я попробую. В общем, разные вкусы. Взяла это угощать. Они стоили 30 рублей по акции. Я подумала, что угощение для... Ну, в общем, угощение, да? Вы поняли. Будет отлично. И еще вот здесь вот у меня... Бон, заснула под мои ля-ля-ля. Да, Боночка, думаю, хорошая. Вот, это беру к перекусу. Даю сок, и когда физкультура, помимо обычной воды в бутылке, я еще даю вот такую воду, потому что на физкультуре гоняют хорошо, и всегда они хотят пить. Вот, так что вот такая вот у меня получилась закупка. В принципе, я поехала ради вот этого, ну и угощения какого-нибудь. Ну и остальное уже тоже. Вот, вот. Ну и давайте покажу чек. Еще забыла показать арбуз. Купила по 18 рублей. На самом деле есть, по-моему, в магазине Верный, я видела, по 11 рублей вообще продавали арбузы. Но я тогда не взяла арбуз, потому что мне было тяжело тащить, они были огромные. Вот, но взяла в ленте. Так что, да. Thank you.